Привет всем еще раз. Давайте покушаем. У меня сегодня кашка. Ну, как обычно, девочки, мальчики. Как обычно. Кашка. Красная цена, короче. Сейчас я добавлю, девочки, мальчики, сахару. Я люблю сахар. Сахаром, солью не люблю. Не. Очень вкусная такая кашка. Так завариваешь, кушаешь, короче говоря. Кстати, футболочка такая, видите, какая красивая. Пурина. Ой, пума. Я такой думаю, дай-ка я одену новую. А то та уже все приелась. Те кончились. Ну, знаете, я очень люблю вещи. Я их это обожаю. Если, например, я привык к одной вещи, я ее буду таскать до тех пор, пока она у меня деревянной не станет. Это у меня такой завтрачек, девочки, мальчики, завтрачек. Я помню, мы на работу, когда я работал штукатуром, маляром, мы это такую кашку кушали. Кипяточку закипятили, как Ленин в Сушинском. Ну, кто-то чай, кто-то кашку, кто-то ролтон. Без разницы, короче говоря. Каша полезная. Еда это прекрасно. Должны все кушать, девочки, мальчики. Все должны кушать. Неважно, если не хотите, надо кушать все равно. Через силу. Через силу. Что, девочки, мальчики, всем приятного аппетита, и мне тоже. Надо пойти к стоматологу, девочки, мальчики, обязательно. Обещаю сходить. Вот смелости наберусь и пойду. Я понимаю, там эти обезболивающие, все такое, траливали. Короче, всем хорошего настроения. Добра вам.